Друзі, добрий ранок усім, хто разом з нами. Добрий ранок, усім хто вже прокинувся. Хто збирається на роботу? Хто вже заварює собі каву? Хто можливо ще не прокинувся, але планується зробити найближчим часом для того, аби дізнатися, що відбувається в Україні далеко за її межами сьогодні, о 10 годині ранку, 28 -го листопада. Мене звати Юрій Бібік. Ми в прямому ефірі. Ютуб канал сейчас час. Ютуб канал Євгенія Кісільова». Євгеній Олексійович, привіт вас. Здравствуйте. добре утро, вірні. Так. Здравствуйте, просто без доброго утра. Да, сегодня утро, к сожалению, недоброе, во всяком случае, для украинцев. Украина сегодня была подвергнута очередному массированному обстрелу российскими ракетами. Ну, а перед ракетами, как всегда, летели полчища шахедов. Увы. И что известно по состоянию на текущую минуту? Действительно, Россия совершила массированную ракетную атаку. Министр энергетической извините, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что оккупанты массированно атакуют энергетические объекты, то есть они целенаправленно бьют по энергетике, ударили по инфраструктуре в Шостинской общине с Сумской области, в Киеве обломки ракет упали в Днепровском и Дарнинском районах, в Луцке было несколько прилетов, мэр города Игорь Полищук рассказал, что в части города нет электричества. Пострадавших нет. В Венецкой области в результате ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка и загорелся автомобиль. В Ровенской там очень все плохо. Из-за российской ракетной атаки без света остаются более 280 тысяч человек. То же самое касается Житомира и Житомирской области. Полностью все обесточено. Во Львовской оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры. И это то, что известно публично. Я вам должен сказать, что не публично по моей информации все гораздо хуже. И речь идет не только об объектах энергетики, И речь идет о чем-то, ну, о что-то другое, куда-то прилетело, что-то мы не уберегли или сбили сами. Пока непонятно, но говорят, что хорошего мало. Я обычно спрашиваю, то есть, почему россиян вот такой зверь? Почему нам не дают э, ПВО для того, чтобы мы сбивали ракеты? А сейчас я хочу спросить: а почему Украина не готова? Почему мы не сбиваем? Почему иногда мы просыпаем это? Почему для многих э, там руководителей ПВО это сюрприз какой-то, что оказывается нас могут обстрелять? То есть вопросов очень много. И сейчас в первую очередь к нам. Э, я не знаю, какие могут быть ответы. Ну, послушайте, э, ответ простой. Для того, чтобы бороться с ракетами противника, нужно в достаточном количестве иметь Собственные противовоздушные противоракетные ракеты, извините, вот противоракетные ракеты. Вот, получается такое масло масляное, потому что, я полагаю, может быть, установки имеются, но стрелять из этих установок нечем. Почему? Вполне вероятно, что доля ответственности лежит на так называемых западных партнерах вот нравится мне это очень словосочетание мы не говорим западные союзники мы говорим западные партнеры потому что не дай бог иметь таких союзников yeah. уж извините меня за прямоту, потому что не мне вам рассказывать как навязло в зубах у многих украинцев как они реагируют на то, что вот обещают и средства массовой информации Запада рапортуют о том, что принято решение поставить там столько-то бронемашин, столько-то танков, столько-то пулеметов, столько-то еще какого-то вооружения, в том числе перечисляются разные типы ракет разного предназначения. Ну а в итоге где они, когда они, куда они пропали. Эм, регулярно читаем потом сокрушенные заявления разных политиков, и украинских, и зарубежных, о том, что, вот, э, мол, к сожалению, э, нам поставили только там, 10, 15, 20, там, 50 процентов того, что было обещано. На самом деле, если говорить серьезно, все это получается сотрясением воздуха и Юрий, с нашей с вами стороны, потому что, ну, мы можем только констатировать, что противовоздушная оборона, противоракетная оборона, которая, кстати, вы помните, периодически демонстрировала чудеса, сбивая почти все ракеты и почти все шахеды, вдруг в последнее время стало пропускать их больше. Почему? Наверное, здесь есть несколько вариантов ответа. Во-первых, вполне вероятно, враг научился преодолевать противоракетную оборону страны. Мы знаем, что российская армия, нравится нам это или нет, стала воевать лучше на исходе третьего года войны. Это вам любой человек, который был на войне, был на фронте, подтвердит. Во-вторых, мне кажется, главная причина это нехватка оружия и боевой техники. Я просто добавлю. Не вижу третьей причины. Да я вот тоже думаю. Какой, какой может быть эта третья причина? Говорят злые языки, что отправляют ребят операторов, там руководителей, то есть людей, которые занимаются отражением атак в на штурм. То есть их отправляют на фронт непосредственно сразу же, потому что, ну, более-менее какой-то опыт есть. Но он бы, я не знаю, применил бы его здесь в Киеве, в Житомире, в Луцке, сбивая ракеты или шахеды или что-то еще, а так вот с автоматом на на фронт. Может, я чего-то не понимаю, но так говорят. По но... По крайней мере, не знаю. Ой. К сожалению, мы видим, что в некоторых местах, на некоторых участках и в военной и мирной гражданской жизни происходят вещи, ну, к сожалению, на мой взгляд, трудно объяснимые. Ну вот там вчера, по-моему, или позавчера появилось радостное сообщение, что по всей Украине будут менять светофоры, да? Да. Обратили внимание. Вот ну, это конечно. самое главное, блин так и хочется выругаться, да? Вот самое главное, что сейчас нужно делать, на что нужно тратить деньги. Я понимаю, что это деньги территориальных общин, это деньги, которые находятся в бюджете областей и городов, это не деньги из военного бюджета, да, но вы же вспомните, как в прошлом году, в 2023 году, сколько было разговоров, там даже митингов и демонстраций по поводу того, что давайте будем тратить средства на оборону страны, там на строительство убежища от воздушных атак, а не на озеленение городов, да. И, да. И, и не на переукладку асфальта или брусчатки как это было во многих городах. Я, я помню, как кто-то из моих знакомых приехал в Одессу и, и потрясся тому, как вот Одесса, которая все время под обстрелами, тем не менее там, замечательно похорошела. К разгару лета. Ну, это, отдельный, это отдельный, мне кажется, Юрий разговор. И... Мне даже неловко его вести, поверьте мне. Евгений Алексеевич, мне неловко вопросы задавать, я вам скажу честно, раз уж мы обсуждаем да, вот эту тему. Я скажу только одну ремарку, и мы пойдем далее к другим темам, будем двигаться. Дело в том, что сегодня, вот буквально в эти минуты, гендиректор ясно сообщает о том, что экстренное отключение света могут длиться до вечера, до 20.00. Мы должны быть к этому готовы, поэтому вот информируем наших зрителей. Нет, но я Евгений... бы со своей стороны, со своей стороны да. позвольте, я бы сделал еще одну реплику. Наверное, это дело украинской дипломатии прежде всего. Доносить до наших союзников, до наших партнеров, назовите как хотите, и главное, до общественного мнения стран Европы и Америки, что, по сути дела, Украина на грани гуманитарной катастрофы. Что предоставление средств ПВО и ПРО противовоздушной и противоракетной обороны превращается ну, в глобальную гуманитарную тему потому что страдают мирные жители, страдают мирные граждане. Ракеты прилетают по жилым кварталам, ракеты прилетают по объектам гражданской инфраструктуры. Люди зимой сидят или начинают сидеть без света и тепла. Так вот. Поэтому вокруг этого, мне кажется, совершенно неуместное продолжение дискуссии, которая ведется в некоторых странах и в некоторых кругах на Западе, а должны ли мы, а не приведет ли наша помощь, а не спровоцируем ли мы какую-нибудь там очередную эскалацию со стороны Российской Федерации. Вот мне кажется... Тема противоракетной, противовоздушной обороны, прежде всего, нацеленная на обеспечение безопасности больших городов, это тема, которая должна быть выведена, поставлена в приоритет с одной стороны, и выведена за скобки всех прочих дискуссий. Вот, а, а, а можем ли мы дополнительные какие-то вооружения поставлять Украине в каком-то дополнительном количестве, не спровоцирует ли это эскалацию конфликта? Вот. Вне каких-либо сомнений. Тут наши зрители спрашивают, после 20-ти плановое отключение, Света имеется в виду, мы не знаем. Мы точно так же ждем э, и, и официальную информацию, я думаю, что она ближе к вечеру появится. Все, что известно по состоянию на текущий момент, что до 20.00 экстренное отключение. Что будет после 20, непонятно. Будем ждать и, собственно, сразу тут же молниеносно вас проинформируем, дорогие друзья.